делаем все возможное и невозможное, дальше будем работать. Поэтому все должны объединиться и спокойно, уравновешенно решать те задачи, которые каждый перед каждым. А людям набраться терпения. Набрать терпение мы будем решать все поступающие, возникающие задачи и сложности. По крайней мере, все коммунальные службы к этому готовы и сегодня работают все в аварийном режиме.